Начинается. Что? Где? Да, я вылетел, тот вылетел, очередь. Все капец. Хорошая идея. Ты говоришь, кого тут ты сидишь? А кто-то смотрел фильм этот «Непрощенный»? Калибра успею. А? Пожалуй, не сдохла в онлайн. А чё, реально там все плачут? Кто смотрел? Я плачу только по утрам, когда сигарета заканчивается. Кота, не кикайте, пожалуйста, 5 минут пишет. А тебе с ребра что-то надо? А вы не успеете дойти до ребра, за 2 минуты уже. А так не помню. Кроссовки вроде бы нужны. Адидас, Пума. А у нас еще кота нету? Не, найковские. Кот вылетел, у меня компьютер залагал, короче, я процесс грохнул. Сейчас, даже 3 минуты пишет. Окей. А чё, хотя в 3 аршамухи лично? Я даже не ок. Какие в очереди? Никто не смеет входить. Место в очереди какое? У меня уже достаточно таких предметов.
Славик, давай магом пойду. Славик, по-моему, не слышит, лучше напиши. Но РДД разбавит, он будет явно рад. Варов так 5. Так вот я тоже смотрю, уже 5 варов, так блядь. Ну напиши, может, ПМ? Написал. Не знаю, не отвечаю пока. У тебя на одном аккаунте? Нет. А прист? У меня здесь только вар на этой учетке и все. Пристом я вчера был на это на Тухрик, КД на нем. Ну заходи. Сейчас полипация зайдет еще. Я не магом захожу. Ну чтобы привет. А чё за очередь такая, мистер Лак? X5 что ли включили? Когда, кстати, X5 включили? Да ладно. Пятница. Нафиг, и до какого числа, ну? Сегодня пропадет 12. Или завтра. Короче, 141 в очереди. Захожу, 140-й. Блин, я только себе МК отжал, ты же на мага заходишь. Нормально. Я для рейда лучше, что было. О, заливает. Че, сегодня с алкашкой? Отойду на 2 минуты. Пиздец! Ты себя слышишь? Чё? Барселона Реал 5-1. Чё, Барса? Барса Реал 5-1 сдернула? Еще играют пока. А чё бы нет? Суарес хэт-трик, Артура Видаль вышел, забил, блядь. Пиздец. Там, походу, инфаркт фанатов Реала хватил. Месси сидит такой, вон сейчас на трибуне ржет, блядь. Улыбается, пидор. Ты только что видел, что Суарес сделал? Ебать, какая красота. А вы где смотрите? По какому каналу? Матч Планет, ТВ. Где? Скиньте ссылку. Матч ТВ. Триси, сейчас еще твой Милан игра. Ты же за Милан болеешь? Угу. Сампдори, тоже такой нормальный матч. Да, блять, Милану надо увольнять Гатуза и искать тренера. Я не знаю, я вообще не понимаю, во что они играют. Ну да, какой-то у них футбол не очень такой. В 70-й очереди, 69-й, 68-й.
Что там, всем привет, есть что-то по местам? Надо кто-то? Привет. Иди в очереди постой, Вань, там на сервак на вход. Заходи всеми персами. А? Вдруг кто-то что-то понадобится. Что там очередь? Ага. Кстати, Валера, тебя на Твиче забанят, если ты будешь это, стримить. Потому что ты не официалка, пиратку стримишь. На Ютубе еще можно, на Твиче нет. Время ожидания меньше минуты. Что бы это могло означать? 31-е. 14-е. Похоже, я магом тебя опережу, а ты пойдешь с пугами. Да вообще похуй, я с пугами не пойду. ХМ кто-нибудь собирает там, хоть пуги какие-нибудь? Собирают много, но лучше с гильдией. А место есть, Эрдру? О, есть! Есть Эрдру, а я магом. Да? Нет? Понятно, нет. Я так и знал. Вот где вас носит, когда вы нужны Эрдру? Еще на минутку я дойду. Я уже захожу. Еще на минутку. А Гэндальф уже зашел. Он опередил Капар Сивина, а? Похуй че. Плюсанул гильдию раньше Капар Сивина. Ничего. И ничего, его не взяли, Капар Сивина возьму. Да мне похуй. Так на... Ты не услышал. Говорю, его не взяли, а Капар Сивина возьмут. Ты это, Ваня, слышишь? Да. Заходи на шамана, похилишь. Что вместо меня? Мордру какой-то пишет в рейд. Оставайся с шаманом, чё ты? Не, я пойду. Ты вместо меня похилишь. Кто в рейд там? Вот. Я не смогу играть. Там Эрдру просится в рейд. Я могу установить... уступить место, простите. Ой, ты ФКшек, а где полкнулся? Ничего, там некому взять? Или чё? Нет. Потому что Олег в другом РК, ну точнее в другой комнате. Да, даже там нет. Там было, скажите, как раздуплиться войд. Ваня, Варенька. Варенька. Ну круто же, Шанан ливнул Варенька, этот, не стал заходить. Что там повислась она? Да.
Почему Варенька не стал заходить? Ты сказал, он может быть персонажа. А чё выкинула, блядь? Сервер дисканул. Не выдерживает он такого нагрузки такой. Это ж тебе не ОФ. Да ну брось, раньше очередь была здесь, надо 900 человек. Ну вот, он тоже офался. Иногда. Да нет, нормально он работал. Ну, просто сейчас... была очередь. А, скажите, как это скорость у Ардру, что я забыла? 850. 856, да, вроде? Угу. Уничтожатору нужно руля. Да не надо, там что 350-360, там в бисе без камней на хосту одеваешься. Бесмод и просвещенный, вы в игру не собираетесь зайти? Хорошо. Нас уже покикали. Чё, фурей? Сейчас зайду. Что в гильдию писали? Ну... Я не вижу просто другим персонажам. Ваня, ты в рейде? Угу. Посмотри на мой шмот. Я не помню, какие надо поменять мне. Не помню, шею, плащ, пояс там. Но у меня сейчас 860 хосты. Все нормально. Ну ты камни тоже вставляй на СПД хост. Да нет, у меня будет полностью как надо сделан. Просто я не помню, как шмот менять там надо. Какой одевать. Плащ с РС-ки. Так, ладно, одела плащ с РС-ки. Дальше что? Ну, шея это нормально. Она и должна. Все, бис. Точно? Да. Угу. И пушки менять можно с лича на травму, смотря на каком боссе. Время от времени просто смотреть, где удобнее какой хилить, где больше травмы надо, а где больше на танков помогать держать. Ну, травма после прока бесполезная становится. Типа, ну да, можно ж менять прока, прок, но маг поменял на пуск. Че там, вон бисмод зашел, а вон. Просвещенный он зашел, все. Че, еще один слот кому-то? Да, еще. Один РДД. Тридцать шестая минута, 2-2 у Милана с Сампдори ебанут. Пиздец. Там Кутроны забил, ну такой нормальный мяч, потом просто две контратаки Наполи, 1-2, сейчас Игуаин еще захуя. Сампдори. Сампдори играет, а не с Наполи. Сампдори. Ну. А ты говорил с Наполи? Ну, говорил. Бывает. Монбрия, Нагу, а Кральку, Саву. И нормально вообще будет для Савы. Хила будет тогда. 4 надо. Берите ДД, я на хила найду повода. Так почему Бьерн потом зайдет после ребра на хила? Кралька спекнется тогда. Ну вот. Берите вон Анагу, берите сейчас. Сейчас-то 3. Но сейчас Анагу возьмут. Почему 3-то? Кралька? Раз. Иду антисептик 2. Сейчас 4 будет хила. Все, 3. Так почему 3-то? Кралька, Анага, антисептик и ультрашам. Ты Анагу на РДД хотел запустить. В рейде было 3. Не, это я понял. Я думал, ты имеешь в виду, вот сейчас с Анагой, я тебе изначально сказал, берите Анагу, она еще хилом идет. Или он, это кто? Я тебе дам женского рода, меня не ставь, это он. Ну а в игре это она, так что...
Всем привет, ребят. Привет. А есть слоты свободные? Фух, я не знаю. Вроде хил, ладно. Начинать уже было. Если хил надо, есть Ардру, Аршан. Ну все, фулл. Бля, Славик, какой перекур? Че, не накурился, что? Че, курить? Я тогда поставь, отойду. Давайте пока паладины бафуйте всех. А что я бафаю? Мое сердце бафаешь. Шутка не прокатила, правда? Короче, давай поклонские, каски, просвещенные кулаки. А второй ретрик, другой, кресты. Второй другой. Фьеро. Давай кресты все. Нелису суманите. Я уже добежал. Стоит возле шкафа и просит самого Андрея. Да, у меня просто пати, я не вижу, где он. В какой он? Поклонский, ты здесь? И кастует шипы в центре. Все, давайте под жопу там становитесь, сейчас вихрь пропадет. Или не сейчас. Давайте под жопу, в лужах не стоять. Да, теперь под жопу. Только не под морду. Резайте олень, идемте чистить трэш. Ну и тяжатор, надевай танк и шмот, или там в танк спекнешься, потанчишь. Или кто там у вас в ХДК? Так, ББ, ДК. Да, там тяжатор спекнешься в ДД. Белина, даем камни. Так, что мне спекаться всего? Так хрен узнает, что у вас там было изначально.
Ну то Бёрн, я так понял, сейчас на хила зайдет, да? И нет. Хризифилакс, можешь убрать зловещую тыковку? У меня макрос на нее вот, нормально играет. Слава. Будет уничтожен. Тот же, кто будет служить ему. Так что я сбегаюсь обратно в свою что? Да. О которых вы не в силах даже помыслить. Сразу не будьте тогда. Что там, давайте пока все тут, бафы дайте. Стабаф, каску, лавку обновите. Ну, по тактике. Два БДК слева протопал, справа первый на пул на Войда, второй на уничтожатора будет идти. Капли сливаем, вилки сливаем. Сколько там друидов? Друидов 5, друиды контролим, присты, вихрь, магии, кольцо льда там. Ну, вроде все. Не, кот них... тоже бьет трэш. Все бьет трэш. Так, что там? Бёрн хил. Диана сова, чек на пул. Ну, все готовы, пуляем. Как вы смеете ступать в эти священные пулы? Это место станет вашей могилой! Давайте, вышел трэш, идем по трэшу играть. Я освобождаю тебя от проклятия плоти. Так, что там, кособокий вылез, к кособокому стан. Я трейдаю его, отверните. Там трэш убили, по леди играем. Контрольте вара, контрольте всех, контрольте. Ну, бестмод, резай быстрее Бёрна, хила. Бестмод, резай Бёрна, Бёрн, бедолома. Он где-то в центре валяется. Бёрн, бедолома. Присты, не лиса, дай гимн на ману. Вышел, трэш, играем по трэшу. Больше контроля. Игроков вообще не контролите. Присты, пиры, там, маги, нову давайте. Играйте трэш. Смотрим, сейчас будет контроль. Готовьтесь контролить игроков. Контрольте игроков. Там три хила не слейте. Ретрика законтрольте. Давайте. Бьем. Переводим. На-на, горесни. Фира потом. Давайте, давайте больше ТПСа. Бьем 5, 3, 2, 1. 9, 11. Черт, не успели. Ладно, давайте на Войда на пул играем все по трэшу. Дайте войско ДК, все ДК дайте войско. Давайте духов не хлопайте, все нормально будет. Контроль игроков. Не слышно врага. Духи в центре, играйте по трэшу. Ты не в сил, противиться моей воле. Thank you.
два духа в центре, пошли в мирезону. Аккуратно. Так, что там, Берри еще остались у кого-то? Да. Диана Ресса и Хари Селаси. Вышел трэш, играем по трэшу. Хари Селаси, потом начала террористишь. Алька Торм, это чё? Ой, у меня нету Берра. Плохо. Вообще нету Берра. Ну ладно. Ну то смотрите, там будет на ком-то атак. Духи пошли в мили-зону аккуратно. Будет там агро на ком-то, готовьтесь, кайтесь. Давайте так, добиваем. От вас главное расконтролить игроков. Так, духи не вижу, где-то сзади где-то аккуратно. Не ловите духов. Каждый дух это 100 хп, если вайп. Кроме БДК. Чей? Давайте, вышел трэш, духи в мили-зоне, отводите мирики, отходите. Играйте по трэшу пока. Там можете на кильку в банке напулить. Контрольте игроков. Всех законтрольте, а то лайф. Духи в мили-зоне. Ну, пробуйте, дайте гимны на ману. Дайте гимны на ману еще, если есть. Так, духи в центре, аккуратно. Так, давайте трэш бить не будем, пошли в мили-зону. Добивайте, леди. Откатится, рост дадите. Не, не давайте рост, контроль еще сейчас поубивают нас. Так, добивайте. Смотрим, контролем игроков. Духи, главное, духи в центре, пошли в центр, духи. Контрольте игроков сейчас последних и добивайте, леди. Можете рост дать теперь, дайте рост. Так, ну ладно. Добивайте. Ну, все с этих павших. Трэш пока не агрить, хилов нету, да, танков и дэшников тоже нету. Протопала, сета ноги берут ему или голову? Без разницы. Голову. Ну я же сказал, не агрит, сейчас будете умирать, потому что хилы там, танков тоже нету. Молодцы. Хан, притворись мертвым. Танки, спасайте нас. Хонский хит. Все еще гимн на ману можете спеть. Прям сейчас. Леса посвященного. Благодарю духов, что они послали нам вас. Усмиритель небес уже улетел. Быстрее на борт молота Оргрима. Если вы поспешите, то еще сможете его нагнать. Чё дракон сзади пришел? Угадай, что глаз как на мотор. Чё, может какой-то второй дракон сзади его привели? Чё там, все твинки покачали? Нет, я вара не успел, потому что я думал, через час будет РТ. Я пришел вроде час ждать, пока соберут. Бой всех. Висит? Угу. Ну, вроде на вот этих центральных. Кстати, их убьем, потом еще назад их сходим. Может, еще и квест сделаем на великана? Да не.
Не, это был вопрос с Аркаром, знаешь, типа трэш убьем, так может еще и... Один хуй бой. Ну, пошлите назад. На кораблях баф и кашу укол получу. ГП получишь. Хорошо. Завтра отключат. Ну, то есть сегодня в 12 ночи. Так вы мне испортили, да, кач? Ай-яй-яй. Ну что там, под Новый год докачаем остальное. Я там тоже 60 левелов папу, стук, под Новый год накачаю. Это, слушайте, люди, без меня убейте корабль, я сейчас дойду. Буквально 5 минут. ГП хуль. Че, давайте все... Бля, я сейчас обосрусь, блядь. Ой, еще бьете? Че за хуйня, один хуй бой висит? Пошли квест сделать. Нет боя уже, все. О, все, да. Маги запустили, да и все. Так, ты вроде не туда поехал. У кого есть эта волшебная палочка, дайте баф. Есть, ты подойди к друиду, я тебе баф. Пират есть?